Это орел у нас. Папа, я вожу чип-чип. Да, это чип-чип. Это у нас белоплечий орлан. Такой цветной он, с желтым клювом. Да. А это у нас страус эмо. Они, кстати, очень агрессивные птицы. Близко не подходите. А то смотри, еще один. Должен посмотреть еще один. А это у нас тут уже другие птицы. Так. А это рогатый ворон, да? Давай близко сниму, чтобы на кадр хорошо было видно. А это лимонный фазан. Да, вот. Два самца тут. О, а это голуби. Павлин, да, это голубь павлин. Крапчатый. О, это голуби павлины. Голубь павлин, смотри, какая красивая. Красавец. А дальше у нас что идет? А, синий ушастый фазан. Это синий ушастый фазан. Да они вообще людей не боятся. А это непальский фазан. Ну тут почему-то самка. А где самец? Это самка. Красноглазая горлица. Их иногда называют бриллиантовыми, по-моему. Сейчас посмотрим. Здесь пусто. Здесь что-то никого нету. О, вот лимонный. Это опять синий ушастый фазан. А это охотничий промысловый фазан. Он больше на Семиреченского похож. А это у нас тут кто? А, это японский журавль. У него почему-то клюв на перекосице, как ножницы. Сейчас попробую близко снять.
А это мандаринки и каролинки. И гуси. Белый гусь, да. Кстати, это мандаринки и каролинки. Они тут вместе. Папа, а. Да, все так красиво сделано. Вот здесь. Это утка каролинка, а вот эти, блин, как же их называют? Огарь, огарь. Это утка огарь. Так, вот водоем у них красивый очень. Утка огарь. Кстати, мечта любого птичника их завести. Смотри, они плавают, Пайда. Они набились там, потом наплавали. Да, они плавают. Да. Как бассейн. Пайда! Это казуар. Одна из самых агрессивных птичек. Близко не подходи, близко не подходи. Честно сказать, его перья чем-то похожи на шерсть. Он очень агрессивная птица. Он пахнет. Да. Он пахнет. Ноги такие толстые. Смотри, какие клыки. Этот. Когти, точнее, говорю, клыки. Папа! Папа! Да. Вот, смотри, сурикат. Смотри, он как уставился. Он еще позирует мне. Сурикат. Прикольный, да? Вот еще один сурикат. А что такое штука?